Готовим лангустины из светофора. Ой, это и всего-то! Голова с полкреветки. А отходов сколько будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 429 рублей 10 креветок всего. Спарились. Какие у них красные нити. Усы. А какой аромат. Креветки закипели, и о, сколько пены здесь желтой. Ой, какие красивые, какие красоточки. Глазки открыли. Пепенные, под ритмы современные. А у меня зато с пенкой. А вам как больше нравится, с пенкой или без? Кого поддержите? Красавица. Панцирь прирос к мясу. Какие-то они разложившиеся, но достаточно упругие. Вот в таком большом лангустине столько мяска. Ну, вообще-то оно так и бывает. А рассол вкусный, я молодец. Соли и приправ нормально. А вот мясо у лангустинов жесткое и резиновое, жуется с трудом. Да еще и к панцирю прилипло. Ощущение, что они уже старые и перемороженные. Креветки, на мой взгляд, понежнее, да и лангустины нам попадались гораздо лучше. Не знаю, не знаю. А вы любите лангустины?